сейчас находимся в доме, в котором невозможно провести ночь. Я должен это сделать, и сказал, что если я первый вылечу, я прыгну с 12 метров. Я хочу это все увидеть! Так, ребят, готов? Сказать, что мы приехали в Жапень, это ничего не сказать. Просто мы в Беларуси в какой-то жопе. Вот здесь просто нас встречает полузаброшенная церковь. Тут, по-моему, все заброшено. Единственное, что радует, что небо не совсем там черное. Так сейчас чуть-чуть попозже оно будет черное. Этот дом где-то здесь должен на отшибе стоять. Что тут? Вы вымерли весь все? Где свет? 12 все спят. Ну, начни хотя бы. Спросим их. Это точно его? Зайцы, 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 снимай! Охренеть, какой здоровый! Заяц, ты что, ебанулся что ли? Ой, недобрый это знак. Так, давай. Слушай, можешь спросить? Да, давай спросим. Ребят. Он сказал, дом, в нем никто ужиться не мог. Очень большая семья была, и все поумирали. Да, это именно то. Это оно? Это именно как в интернете было написано. Мужчины начинали умирать. Просто самое страшное, что он вот, как он это говорил, он напрягся, когда я сказал об этом. Серьезно, у него лицо поменялось, он такой, а вы откуда это узнали? Вы покажете, знаете, Ён? Ну, я на 100%. Ну, погнали, погнали. Блин, это очень обидно, на самом деле. Очень обидно. Что ты делаешь? Я прыгаю с верхней палубы, там 12 метров. Надеюсь, я разобьюсь в лепешку. И все будет точно по маслу. Я понимаю, что ты проиграл, но не настолько. Все нормально, нормально. Я должен это сделать. И сказал, что если я первый вылечу, я прыгну с 12 метров. Ты что, не боишься реально? Нет. Мне реально очень стрёмно. Ты снимаешь? Я снимаю. Бля, чувак. Ребят, я делаю это все ради вас. Я просто... Твою мать, как тут высоко. Давай, Диман, нам еще сверх не прыгать. Я прям вот пиздец боюсь. Раз. Нет. Два. Нет, нахуй. Диман, ну я хочу сверх, не времени мало. Так, раз, два, три. В общем, ребят, идем сегодня на Игромир, и мы договорились, что вот эта усатая креветка предстанет в каком-то... костюме. Я думаю, я сольюсь с толпой. Надеюсь, это латексная киска. А ты кто? Я маленький мальчик. Стас же выбирал костюм. Значит, там что-то будет секс. Что ты так долго не слышал? Подожди, подожди. Да ладно, ладно. Я его пока не показывай. Давай. Открыли все глаза. Ну, да, давай, давай, закрывай. Скажи, когда открывать. Ну. Открывать. Вот можно будет показывать, это не 18+. Это жестко, чувак. Это жопа. Можно вас комментарий взять? Там же будут дети. Привет. Как вам дела? Все видно, чувак. А ты можешь повернуться? Сюда, извини. Ты знаешь, Слушай, ты так охуенно выглядишь, честно говоря. Слушай, это фаталити, ты понимаешь? Пожалуйста, вы без меня едьте на игры. Не, слушайте, ребят, нас 100% не пустят. Все, пацаны, пора ехать. Пора ехать смотреть на это говнище. Что, вы покажете, знаете, идем? Я на 100%. Ну, погнали, погнали. Слушай, меня этот мужик напрягает, если честно. Что-то какой-то странненький. У тебя есть такое чувство? Ты тоже не брал? Я ничего не брал. Смотри, если что-то происходит, насрать на камеру, можешь бросить ее, что хочешь, главное с**аться. Понял. Он остановился слева. Вот этот? Да, это он. Спасибо. Так, где машина стоит?
котором невозможно провести ночь. Мы сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Ну, чисто визуально выглядит он абсолютно обычным. Да ладно, жутко он выглядит. На верхнюю? На верхнюю. Ох, ребята, Дима сейчас так будет ссать. Чего? Держи. Я не буду. Не будешь? Я точно не буду прыгать. Да давай, Диман. Да тут не намного выше. Посмотри, откуда ты прыгнул и что здесь. Давай вместе с тобой прыгнем. А? Ну на, нет. Дим, все идут. Да, пошли. Только все по маслу крикните, пожалуйста. И... Раз, два... Три! Все по маслу! Летели высоко! Ну, с одной стороны, очень хочется, с другой стороны, блин, очень страшно. Раз! Рот, я буду кричать сейчас. Очень громко. Раз! Давай! Дим, да там всего лишь поминальная служба идет. Кто первый? Ты первый, и я тут же с тобой. Как с Олегом не прыгать? Так, все хорошо. Я знаю, ты боишься, но... Живот болит. У меня дома утюг. У меня кошка рожает. Бабушка, блин, бабушка живет бабушка. Пойдем отсюда. Погнали. Домой надо погнали. Найти туалет, где ты переоденешься. Я хочу это все увидеть. Всем привет. Как у вас дела? Понятно. Прошу прощения. А у вас чей костюм? Сахар. Я думал, девочки из Пятигорского дома. Где тут туалет? Нету туалета, нету туалета. Тот случай, когда у парня самый четкий косплей. Да, это косплей бомжа. Можно сумбать? Где сударь? Я что-то себя не очень чувствую. Домой поеду, наверное. Сука. Блин, он реально что ли свалил? Ну, это вообще не круто. А ну стой, сука. Нет, стой, стоять. Натягивай эту херню на себя. Пойдите со мной. С тобой? Ну, рядышком хотя бы кто-нибудь. Давай, иди. Пойдем, пойдем. Чуваки, это будет очень эпично. Я пойду пасу. Нас как будут приглашать. Здесь кто-нибудь есть? Ребята, осторожней. А где лестница наверх? Дай, дай. На всякий пожарный что-нибудь в руки возьми. Чё такое? Да, блядь, шмель. Или комар. Что, там спать здесь будем? Наверное. Тоже слышно здесь что-то? Я тоже хотел сказать, реально? Эй! Да, все хорошо. Я знаю, ты боишься, но... Почему да. Я не прыгаю? Да, почему да. Я не могу так просто, сделать? Михаил, шагни просто. Просто шаг. Просто шаг. Ебаный в рот. Да, блядь, все, нахуй.
как говорится, все, блядь. Давай, давай, все по маслу, прыгаешь. Просто прыгай. Сука, блядь, ебаная, как говорится, жопу ебал всех. Как, да еб всех в рот. Как говорится, все по маслу. Не знаю, зачем это нужно. Но говорят, что надо преодолевать свои страхи. Я очень боюсь высоты. Я вроде это сделал. Не сразу, но сделал. Вот. Люблю вас. Я не понял. Снимай нахер пальто. Сударь, так нечестно. Я сейчас все сделаю. Подожди. Мне стыдно, смотри. Завлекать детей своим зеленым пенисом, я так понял, да? Зачем ты свое очко людям показываешь? Зачем? Девочки, расскажите, пожалуйста, каково вам осознавать то, что ваш косплей не что? Побеждает сильнейший, что ты скажешь? Мы готовы, мы были морально готовы. Сударь, а давай ты сейчас к реально красивой девушке подойдешь. Когда вопрос, смотри, просто охренительная девушка. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Снимай с неординарной личности какие-нибудь. Так, ты? Снимай с него лямки, снимай. У меня нет слов, чуваки, я не могу с ним разговаривать нормально. Я прошу меня, как тебя зовут? Лия. Лия? А тебя ничего не смущает, Лия, как бы немножко? Ну, конечно, сезон, но выглядит эффектно. Я Даник. Привет, Лия. Даник, ты хочешь, чтобы она появлялась у нас во влогах? Я вижу заинтересованное лицо. И классные штаны, где купила. Пацаны, напишите ей, пожалуйста, Лия, красотка, если хотите, чтобы она появлялась у нас во влоге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Финалистка из плейбоя? Так. Вот они, как выглядят девушки из плейбоя. Все, мы же с тобой видимся. Давай. А поцелуй девушку из плейбоя, это из... Я тоже хотел сказать, реально? Эй! Короче, вы хотите, вы можете провести здесь ночь. А? Я могу в тачке провести ночь. Блядь, старая песня началась, что ли? У тебя? Я тебе говорил, когда сюда ехал. Ну, основной смысл-то какой у нас по поездке был? У дома есть конкретная история, что здесь нельзя нахуй переночевать. Вот это надо сейчас разбить, этот миф. Я тут при чём? Херню какую-то страдаешь? Что такое? Ну чё, сожру Криш, тебя когда-нибудь? Криш, чё ты так подобрал? Такое ощущение, знаешь, когда заболевать начинаешь, тебя шатает. Может, это я сам себя накручиваюсь. Ладно, давай, в общем, не знаю, может, коврики из машины принесем, постелим хотя бы. Пиздец, они же такие здоровенные. Да мы не спать здесь будем, мы сядем, будем говорить здесь. Я максимум готов здесь час пробовать. Вот это место входит в топ самых мистических мест всей Беларуси. Вот на тобой мухи уже слетелись. Скорее на тобой. Да, переночевать, конечно, там и не получилось. Да, ребят, честно, мы просто дошли до машины и поехали домой, потому что это обычная заброшенная изба. Почему там нельзя переночевать, мы вообще не поняли, но вот эта мысль жила у нас в голове все это время. И мы туда вернулись. Смотрите через неделю в 15:00 во вторник. Новый влог.